Это не первое обращение сотрудников крупного гагарского торгового комплекса «Континент» к главе государства с просьбой помочь разрешить конфликтную ситуацию. В «Континенте» работает 130 человек. Они хотят трудиться и получать зарплату, чтобы кормить свои семьи. Люди очень надеются, что учредители предприятия при посредничестве властей смогут найти компромиссное решение. А главе администрации города вы обращались? Мы ходили. Он просит время, так как главу поменяли. Да. Там сейчас новый глава администрации, он просит время на разбирательство и как бы вникнуть в саму суть дела. Но то время, которое он просит, там, по-моему, около месяца, нас это не устраивает. Для вас это уже будет полгода? Это уже все, это уже предел всех, не знаю, нервы, терпения, уже все. Около часа продолжалась встреча президента с сотрудниками торгового комплекса. По ее окончании юрист «Континента» Александр Кузнецов сказал, что Рауль Хаджимба пообещал разобраться в этом многолетнем конфликте. Президент нас заверил, что ситуация в скором времени разрешится. Попросил дать ему время разобраться в этой ситуации. Я так думаю, что это недельный срок. Сослался на то, что в государстве сейчас отсутствует генеральный прокурор и министр, они находятся в Москве. Как только они приедут, они сядут и этот вопрос решат. Сегодня он также вызвал главу администрации Гагарского района, Борцец Беслана Константиновича, и они будут решать эту проблему. После переговоров с протестующими президент провел встречу с исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района Бесланом Борцыц. Все это время сотрудники «Континента» не расходились и терпеливо ждали результатов у входа в администрацию президента. Но Беслан Борцыц уехал, так и не пообщавшись с собравшимися. Мы ждали на площади, пока наш мэр не выйдет. Но каким-то образом наш мэр вышел незаметно. После звонка поговорить с ним он отказался. Как это назвать? Пренебрежение народом, своим народом, пустыми обещаниями. В общем, мы пойдем до конца. Завтра митингующие намерены отправиться к главе администрации Гагарского района, от которого они требуют одного – отменить решение его предшественника о приостановлении деятельности «Континента». Елена Лолуа, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.